Нас ждут впереди, когда это все рухнет и лопнет, мы узнаем такое, от чего содрогнемся. Я думаю, что буду удивлен даже я, который довольно подробно знакомился с материалами мемориала по Чечне. А тех, кто предпочитал сидеть с закрытыми глазами и ушами и ничего об этом не знать, ждут трагические открытия. За год или два до академика Сахарова Солженицын предложил отпустить Чечню, отрезав потерику территории, да, переселив всех русских на равнинные территории и отпустив, наконец, да, Чечню, которую завоевывали много-много раз и держались только на штыках с ермоловских времен, да, только на крови и штыках. Читайте Хаджи Мурата, да, читайте Лермонтова. Только на крови и штыках. Ни на чем другом держаться это не могло и не может. И Солженицын, русский имперец, кстати говоря, вполне себе имперского сознания человек, говорил, надо разойтись. Вот, надтеречный район, да, вот потерику отрезать, переселить русских и отпустить. Никто не услышал. Никто не услышал. Это было парадоксально. Никто не способен был понять, как. Территориальная целостность еще Советского Союза. Как это отпустить, менять границы? Это поражение. В несколько шансов дала история для того, чтобы отпустить. Был президент Масхадов легитимный после Первой Чеченской войны, которая закончилась провалом, была возможность расстаться цивилизованно. И Хасавюрский договор предполагал цивилизованный расход, бескровный расход. За Масхадова, напомню, было 60% чеченского населения. За Басаева, который предлагал, да, который пришел с военной тематикой, было 6%. Россия сделала ставку на Басаева, использовала Басаева как провокатора. Сделала Масхадова, да, уголовником, врагом, выбросила сама себя, не только Масхадова, сама себя выбросила из политического поля. Еще одно катастрофическое политическое поражение Путина. Можно было совершить этот развод цивилизованным образом. Сегодня Россия в заложниках у кадыровской Чечни. Сегодня Россия платит немыслимую дань, просто как, наверное, платили татаро-монголам, немыслимую дань из казны, в сотни раз превышающую то, что тратится на какую-нибудь Ярославскую область, платит Кадырову. Что она получает взамен? Только покорность. Она передала ему право на насилие. Сегодня это ханство, на котором не действуют даже нехитрые законы Российской Федерации. Да? Даже тот чудовищный уровень правовой, который существует в России, его не существует. Россия ничего не может. Следователи из Генеральной прокуратуры, Следственного комитета не могут зайти на территорию Чечни. Чечня имеет право. Кадыров убивает уже и не только в Европе, но и в Москве. У него есть право на убийство. Россия потерпела чудовищное поражение в Чечне. Правозащитники в рамках, да, вот первая чеченская война, так и бывает, она была и свидетельством, и детонатором распада российской власти. Собственно, с Чеченской войны, на Первой Чеченской войне, и кончился тот Ельцин, за которого мы голосовали. Ельцин антиимперский. Ельцин, предлагавший вроде бы путь в Европу. Вот после путча он оказался в заложниках у генералов, потом потребовалась маленькая победоносная война, и дальше все как у всех. Вот эта победоносная война закончилось чудовищным поражением, в каком-то смысле военным поражением, безусловно, потому что покорить Чечню не удалось, но и прежде всего для россиян политическим поражением демократии. Чечня с точки зрения правозащитника, две чеченские войны, это совершеннейшая катастрофа. Вот мы живем среди убийц. Эти убийцы в элите Российской Федерации. От Рамзана Кадырова до генерала Шаманова.
во всем военном диапазоне от тех, кто воевал против России, тех, кто воевал за Россию. Это все серийные убийцы. А десятки тысяч людей погибших. Фильтрационные лагеря. Фильтрационный лагерь в Чернокозово, по сравнению с которым Гуантанамо — это санаторий. Грузовики трупов, запытанные насмерть, взорванные, распыленные. Всего 2 человека были осуждены за военные преступления. За эти 10 тысяч погибших, да, наказаны были 2 человека. Полковник Буданов и лейтенант Лапин, да, позывной «Кадет». А одно из 11 убийств было доказано, и он сел в тюрьму. А большая часть фигурантов этого дела как бы в бегах. Я говорю «как бы», потому что их никто не ищет. Это бойцы ханты-мансийского ОМОНа, которые живут очень спокойно. И когда в очередной раз на их задержку высылается какая-то группа, им об этом сообщают, они уезжают, никого не обнаруживают. Вот эти 2 человека. Кто довел дело Лапина до суда? Кто те люди, которые смогли довести до суда, до приговора хотя бы одно дело по одному убийству мирных граждан Чеченской Республики? Это Анна Политковская, это Наталья Истемирова, это Станислав Маркелов. Их нет в живых. Никого. Да? Правозащитники, журналисты, адвокаты. Никто из тех, кто довел одно дело до суда, их уже нет в живых. Они убиты. 2 из 3 убиты чеченцами. Но уже правящими чеченцами, кадыровцами. Это история, вот это как в капле воды, вот эта история убийств мирных жителей в Чечне и судьбы тех, кто пытался восстановить правосудие и права человека хотя бы на 1 квадратном сантиметре на этой территории, это, пожалуй, самое выразительное, да, самое выразительное и самое ясное, что можно сказать об этом. Нас ждут впереди, когда это все рухнет и лопнет, мы узнаем такое, от чего содрогнемся. Я думаю, что буду удивлен даже я, который довольно подробно знакомился с материалами мемориала по Чечне. А тех, кто предпочитал сидеть с закрытыми глазами и ушами и ничего об этом не знать, ждут трагические открытия. Отношения путинской России с Грузией, пожалуй, самая очевидная история трагического поражения России, безусловно. По опыту распада других империй, какие огромные возможности простирались, исторические возможности простирались перед Россией в области влияния на Грузию. Георгиевский трактат, невероятная взаимная дружественность. Русская культура совершенно невозможная без грузинской ноты в ней. Да? Влюбленные, знающие абсолютно замечательно русский язык грузины. Миллионы россиян, для которых грузинские имена, грузинский кинематограф, грузинское вино, грузинское дружелюбие были гарантией, да, дальнейшей дружбы. Тут не надо было устанавливать отношения, надо было просто их не разрушить. Да? Англия, Британская империя уходила из своих провинций с войнами и кровью, но потом умудрилась оставить свой язык, свою культуру, искупить свою историческую ответственность, да, за кровавейшие истории, да, особенным отношением там, к индусам, к странам, которые входили в, были британскими колониями. Какой простор, какой замечательный, положительный урок, какие возможности были перед Россией для того, чтобы оставить Грузию в зоне своего культурного влияния. Вот ведь тут что важно. Об этом, к сожалению, придется говорить и в отношении с Украиной. Но первый и самый выразительным примером поражения Путина была, конечно, Грузия. Военная победа
1968 года, позорная, чудовищная, начинавшаяся с провокаций, сначала с политических провокаций, потом с военных провокаций, с диверсий, закончилась победой, да, в Цхинвале, отторжением куска грузинской территории. Какая потрясающая военная победа. Посмотрите на эту карту. Это государство победило, отторгло часть земли у этого государства. Какой ценой? Сегодняшняя грузинская молодежь учит английский язык. Он второй язык в Грузии. Представить это было 20 лет совершенно невозможно. А ситуация военной победы, оскорбление, нанесенное грузинскому народу, пощечину дают довольно легко. Что ты будешь делать дальше? Как ты будешь дальше существовать с человеком или со страной, которой ты дал эту пощечину? Дурак увидел шах, говорят шахматисты. Есть такая шахматная присказка. Дурак увидел шах. Вот на первом ходу ты угрожаешь, на первом ходу тебе ничего не грозит. Посчитать дальше нету ума, нету представления о том, что нужно посчитать дальше. Чудовищная ситуация. Грузия, которая, естественным образом, оскорбленная Грузия, которую держат только экономические рычаги и военные рычаги. Это очень ненадежная связь, да? Это очень двусмысленная связь. Сегодняшнее положение совершенно двусмысленно. Грузия, конечно, отчасти экономически зависима. Не так, как Армения, наверное, но вполне экономически зависима от России, от русского бизнеса, от русского туризма. Путин сделал так, что пути русско-грузинской дружбы проходят через преодоление презрения, ненависти, оскорбления. Это очень, очень плохой путь, за который, конечно, придется нам расплачиваться когда-нибудь. Я надеюсь, что мы доживем до времени, когда российский, да, вот виднеющийся у меня за спиной МИД от имени нас всех принесет извинения за ту мерзость путинской России, да, за времена этих мерзостей и за времена этих интервенций. А кому принадлежит территория? Я уже говорил об этом. В 19 веке это была бы победа, да, прирощенные территории. В 21 веке это чудовищный атавизм, да, это пирова победа, безусловно. Нас мучают не вещи, а наши отношения к ним, говорил Монтень. Это вообще объясняет очень много и в человеческих отношениях, и в отношениях государств. Украина, чрезвычайно болезненный пунктик для Путина, потому что, когда мы говорим о славянском, когда они говорят о славянском братстве, да, о братском отношении, они имеют в виду в полной мере того самого старшего брата, почти орловского, который присматривает, который наблюдает, который доминирует. Путинская администрация, путинское имперское сознание не в состоянии принять равную Украину как равного субъекта международного права. По умолчанию внутри есть ощущение беглого холопа. Да? Беглого холопа. И весь сюжет заключается в том, чтобы вернуть этого холопа, да, к себе, к своей ноге, вернуть его в холопское состояние, или, если это не удается, то наказать. Вот ментальное описание всего, что происходит между путинской Россией и Украиной. Надо понимать, конечно, что Майданы, украинские, сложные, противоречивые, но все-таки движение из империи, а из империи Украина по факту уже вышла, она еще не пришла в Европу, но она вышла и выходит из-под влияния путинской империи. Это, конечно, чрезвычайно болезненная вещь еще и потому, что показывает пример. Майдан — это пример российскому народу. И вот это пресловутое, так сказать, славянское слияние
народа и государства, выясняется, что ничего сугубо славянского в этом нет. Что можно вполне дать по физиономии собственной администрации, которая с тобой плохо обращается. Что холопство, вассальное отношение к администрации, не является ничем специфически, так сказать, славянским. И в этом смысле, конечно, Майданы – это вызов путинскому сознанию и путинской России. То, что говорилось в отношении к Грузии, да, умножено еще, наверное, в разы в отношениях с Украиной. Представить себе, даже мне, критически относившемуся к Путину, представить себе войну со всей, ну, экономию, я говорил, ну да, провокации, да, пиар, да, мерзости телевизионные, но не война же, это было невозможно представить. К сожалению, реальность путинского мрачного сознания превосходит наши прогнозы. Как говорят психиатры, да, когда человек говорит о другом, это очень много говорит о нем самом. Ревнивое, нервное отношение путинской России к Украине, это, и этот сленг, это презрительное, да, отношение, так сказать, настаивание на холопском статусе Украины и украинцев, это в значительной степени, конечно, диагноз самой путинской России, ее имперского, да, феодального представления о мире. И все, что мы говорили про применительно Грузии, умножено значительно, конечно, в том числе и общей историей, и этническим в значительной степени, да, этнической близостью. Это все умножено. Представить себе этот разрыв было невозможно еще совсем недавно. Представить себе, что русские могут быть врагами украинцев, было очень трудно. Путину удалось это сделать. Все империи делают все по закону. По своему имперскому закону. Какое это имеет отношение к международному праву, это уже второй вопрос. А путинское по закону означает именно эту имперскую парадигму. Законы подгоняются, для них находятся исторические прецеденты. История тоже подгоняется под надобности сегодняшнего политического дня. И все по закону. Мы помним, что по закону была присоединена Австрия к Третьему Рейху, да? По закону попросил и братский чешский народ, по закону, и Данцигский коридор, мы все помним. Вот этот самый коридор, этот самый Данциг, как раз все и вспомнили в связи с путинскими представлениями о законе, с его заботой о наших землях, а у нас есть земли, за пределами России. Вот этот самый Калининград, который в любую секунду может потребовать нашей заботы, особенной заботы, может потребовать какого-то прохода к нашим землям, какого-то коридора для обеспечения безопасности. Рассуждать обо всем этом в рамках международного права, международного сегодняшнего права, довольно бессмысленно. Потому что не в этих рамках уже давно, с 8-го года, а потом с 14-го, уже демонстративно вполне, находится Путин. Путинское сознание находится вне этих рамок. И надо понимать, что он будет делать то, что он посмеет сделать. То, из чего он, да, он чего-то хочет, вот то из этого, из своих хотелок, которые ему покажутся допустимыми в смысле силы, в смысле противостояния, он это и сделает. И понятно, что после осетинской и крымской кампаний понятно, что взгляд в сторону стран Балтии заведомо враждебный и презрительный. Заведомо. Они были первыми беглецами из той самой Советской империи, наследником которой ощущает себя Путин. Собственно, с них и начался распад Советского Союза. Там он принял необратимый характер с 1989 года. Для Путина это независимые страны Балтии заведомо враги. И весь ущерб, который можно будет им нанести, будет нанесен. Вопрос в цене. Вопрос в цене, который за это придется заплатить Путину. И эта цена для Путина должна быть
несоразмерный его политическим приобретениям. Политические приобретения совершенно очевидны. Он делает опору только на имперскую часть, ментальную имперскую часть населения. Только здесь он может быть в выигрыше. Он проиграл экономику, он проиграл легитимность. Единственное, на чем он может вернуть легитимность, как он ее отчасти вернул в сознании россиян в 2014 году, это на внешнеполитических успехах. Он может играть только на этой струне, на той одной струне, как тот Акын из анекдота. У него нету, фактически нету другой струны для россиян, нету другого поля, на котором он может выиграть. Сегодня тема коридора, да, по образцу Данцигского коридора, коридора до Калининграда через балтийские территории кажется вполне фантасмагорической, но кому казалась реальной тема войны с Грузией или аннексии Крыма и войны на Донбассе? Я думаю, что никому, и поэтому, видимо, приходится считаться с этим вариантом. Когда мы говорим о, политике вот этого позднего имперского Путина, мы все время от разных эпизодов приходим, возвращаемся к этому общему знаменателю, его имперской ментальности. К сожалению, пока мы не ощутим его ментальность, этого сумрачного мозга, как реальность, мы не сможем анализировать адекватно. Он собиратель земель русских в его собственном представлении. И это доминанта его внешнеполитической деятельности. Он имперец, и тем, кто по периметру этой империи, распадающейся, умирающей империи, им явно не повезло. Им явно не повезло. Распад империи всегда сопровождается, угасание империи, распад сопровождается войнами в провинциях. Именно так в этой терминологии, видимо, он ощущает и страны Балтии, и Кавказ, и Украину с Белоруссией. Разумеется, это для него в его сознании провинции. И чтобы понять его, и чтобы понять, что может угрожать странам по периметру, надо понимать эту имперскую логику. Что его может остановить? Матушка история, разумеется, его остановит, но это долгий процесс. Ключевский говорил, история не учительница, она классная надзирательница, она просто наказывает за невыученный урок, она ничему не учит. И процесс распада империи может занять десятилетия, а иногда столетия. В нашем случае, видимо, счет на десятилетия все ускорилось. Римская распадалась, как вы знаете, 5 веков. Да, и мы где-то могли бы быть в самом начале этой черточки. Все будет быстрее, разумеется. От чего не легче? От чего не легче с учетом возможностей, военных возможностей этой империи. Империя начала распадаться, видимо, достигши пика при позднем Сталине, когда контролировали на паях с Америкой полмира. Да? То есть полмира мы, полмира они. Да? А империя начала распадаться, отпали бывшие союзные республики. Этот процесс, если Россия не модернизируется, этот процесс, разумеется, будет продолжаться. Кроме истории, которая его остановит однажды совершенно естественным путем, но если говорить о возможности сократить этот путь и минимализировать потери, то, видимо, ясное сознание мира, с кем он имеет дело. Ясное понимание того, чего ждать. Мне кажется, что мир, который встретил Путина, как мы помним, словами Буша о том, что он почувствовал вкус души друга Владимира, мне кажется, что за 20 лет эта дегустация, в общем, как-то привела к каким-то ясным результатам. Мир понимает, что он имеет дело с опасностью. Мир, как мне кажется, понимает, что он имеет дело с очень серьезным вызовом. Из партнеров, тяжелых партнеров, да, трудных детей, Путин явно перешел в разряд трудных детей демократии. Путин явно перешел в разряд противника. Слава богу, еще не военного, но совершенно очевидно соперника, противника. Это осознание, мне кажется, произошло. Но мне кажется, мир не до конца понимает, что он имеет дело просто с бандитом. Мне кажется, что миру еще предстоит прояснить себе свое собственное понимание правил, по которым можно и нужно общаться с этой силой. Бандиты понимают силу,
Всякая попытка воздействовать на него педагогически, я думаю, заведомо ущербна. Он понимает силу, силу ясную. У Запада сегодня есть возможности экономические, политические возможности для того, чтобы ограничить возможности этой имперской силы, имперской в идеологическом отношении и совершенно бандитской в смысле инструментариев своих. Мне кажется, что прежде всего речь идет о ясности, о трезвости понимания, с кем имеет дело Запад.